не знает сейчас, кто такие грибы. Такая себе загадочная информация, которая появилась не так давно, а именно в этом году. В общем, еще на прошлой неделе грибы объявили, что билеты на их концерт в Киеве распроданы полностью. Это около 3000 мест, и это за 3 недели до концерта. Группа претендует на статус открытия года, поэтому объясняем, кто такие эти mushrooms или грибы. Ну, сначала на ютубе появилось интро при участии популярного видеоблогера Кирилл Стонер. На нем ребята на спортивном, с характерным говором и в слегка гротескной манере читали рэп и танцевали под бумбокс на спортивной площадке. Фраза ушла в народ, типа «мы типа грибы, поднялась влага в клубе и мы растем». Вот так вот фраза ушла в народ, а интро на данный момент собрало более 6 миллионов просмотров на ютубе. В одном из солистов загадочной группы опознали Юрия Бардаша. Бардаш – основатель лейбла «Кружева Мьюзик», человек, который вывел в свет группу Quest Pistols, а также проект Open Kids. Параллельно с появлением грибов растет популярность его жены, Кристины Бардаш, работающей под псевдонимом Луна. Кроме Бардаша, который выступает в роли играющего тренера в грибах, участвуют рэперы Фоти, Акатилла и Симптон, известный по проекту NGN. Именно эти два парня берут на себя основную часть хип-хоп составляющей проекта. После оглушительного успеха интро группа поняла, что от нее ждут большего. Вторым вышло видео на песню «Копы». Еще одной модной строчкой «Ушедший народ. Мы наваливаем бас». А поэтому был объявлен тур по Украине, России и Беларуси. На этот момент нужно остановиться и оценить ситуацию. Группа лишь с двумя песнями в активной объявила тур по 3 странам. Более того, уже в этот момент было ясно, что тур станет успешным. Новости о концертах разлетелись по интернету, а люди массово скупали билеты. За пару недель до начала тура, в пятницу вечером, грибы выпускают альбом «Дом на колесах», часть 1, состоящий из 9 треков, в том числе интро и копы. В поддержку пластинки группа презентовала еще одно видео в немного ином стиле на песню «Велик» и опять миллионы просмотров. Большинство критиков сходятся на том, что грибы – это очень коммерческая музыка. Это рэп, положенный на клубный бит и не отягощающий философскими сентенциями. Грибы простые и понятные. Они пропагандируют эстетику спальных районов и так называемый киевский сленг. Именно за счет этого легко запали в душу как молодежи, так и завсегдатаем сельских дискотек. Грибы оказались практически обречены на коммерческий успех. Они убрали из русского рэпа всю его напыщенность и большое количество текста, сделали удивительно качественный продакшн треков, добавили немного юмора и псевдоаматорского стиля при создании видео. Все элементы не новые, но уже давно никто не делал поп-проект, который просто-напросто качает. А значит, люди в Украине, России и Беларуси пойдут на грибы не ради текстов или шоу, а ради басов и атмосферы клубной вечеринки. Согласен. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте. Подписывайтесь.